Сегодня мы проснулись вот где. Это называется футбольное поле. Мы сейчас двигаемся из Грузии, из района Кахети. Вчера вечером выехали и доехали до Батуми. Сейчас мы находимся в Грузии, в городе Батуми. И предполагалось, что вчера вечером мы переночуем у нашего друга здесь, в Батуми, но мы приехали, до него дозвониться не смогли. И поэтому мы остались здесь. Да, мы как раз приехали на тот адрес, куда нам сказали приехать, там, где, чтобы мы переночевали. А я звоню, он не поднимает трубку. Ну, тут вокруг везде дома. Шли, ходили, но искали место, где переночевать. И вот это оказалось достаточно отличным даже местом. Очень нравится. Это просто футбольное поле. А еще по пути шли и нашли место, где растут каштаны, такие как большие ежики, такие как живые ежики, и вообще крупные каштаны. Судя по всему, они съедобные. Сейчас мы пойдем туда и так вот основательно их попробуем. Вчера вечером не так уж хотело их быть, не так хотелось их пробовать. Ну, мы немножко насобирали, а хотим еще больше насобирать. Потом ближе к обеду попробуем. Вот это значит поле. Баскетбольная площадочка какая-то. Можно футбол, можно баскетбол. Вот там машины ездят, дорога. А тут мы. А покажи, это каштаны. Вчера, каштаны. Вот, я только что сказал. А еще вчера, когда мы искали место для ночевки, мы нашли вот такие вот большие, съедобные каштаны. А вот он в разрезе. Вот такой он внутри, белый. Вот каштанчик. Да. А ежики какие красивые от них. У них такая шкорлупа, ежики еще такие вот иголки, угу. Здоровенные. Вот наша находка.